2,000 years later. Три кошари. Две кошари. И одна кошка. Стрела. Три кошары очень импульсивные. Из-за этого они постоянно встревают в какие-то передряги. К примеру, в этот раз они подцапались с одной свиньей. И сегодня три кошары идут с ней на стрелку. Ну чё, пацаны, вы готовы? Сегодня у нас стрела со свиньей. Конечно, мы всегда готовы. Ну а ты, блин, готов, Коржик? Или как там тебя? Куда ты, блин, опять делся? Ё-моё, ты чё, опять Валерке нанюхался? Тимся. Ну наконец-то! Я уже вас полчаса жду у этого дерева. Ну чё, свинья, у тебя проблемы какие-то? Это у вас скоро проблемы будут. Ты чё, бессмертная что ли? Мы ведь втроём тебя умотаем в два счёта. Это вы, походу, бессмертные. Вы в курсе, что у меня есть знакомый пёс? Он на вас живого места не оставит, если я попрошу. Да ладно тебе, погоди! Ты чё сразу начинаешь? Вы, может, по-хорошему хотели вопрос решить? В чём проблема-то? А вот в чём. Вы вчера зашугали моего мелкого брата, теперь он постоянно трясется и ссится в штаны. Что за дела, я не поняла. Блин, извиняй, мы не специально. Просто Коржик с ним немного поиграл. Короче, вы вообще попутали походу. Лечите его, и чтобы завтра он был здоров. Либо будете сами за ним вытирать. Я тебе чё, шестерка что ли? Блин, Компот, она же собаке расскажет. Ну ладно. Ставь палец вверх и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые серии. До встречи!